Добрый день, коллеги. Главный тренер Воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрий Анатольевич Пятибратов готов ответить на ваши вопросы. Дмитрий Анатольевич, но по традиции хотел бы вначале попросить небольшой комментарий ваш по ходу, о ходе данной встречи. Не просто матч складывался. В самом начале мы играли не так, как планировали. Начали проигрывать борьбу, уступили в желании на первых минутах. После этого, естественно, мы должны были реагировать, и мы, в принципе, среагировали тройной заменой, но одна была вынуждена. И после этого начали возвращаться в игру, создавали моменты, забили, в принципе, логичный гол. Ну и, к сожалению, свели матч в ничью и расстроены результатом, что не смогли порадовать болельщиков сегодня победой. Фантастическая поддержка, в принципе, как и всегда у нас. Наверное, мы единственный клуб, кого в такой ситуации, находясь в турнирной таблице, так безудержно поддерживают болельщики. Мы им должны отплатить своей игрой и победами. Сегодня, естественно, все расстроены, что не получилось счастье людям подарить. Но опять будем разбираться. То, что сегодня на поле происходило, естественно, нас не устраивает. Я имею в виду начало матча. Коллеги, ваши вопросы. Владимир Сапунов, 4 пера. Дмитрий Анатольевич, ну, вопрос понятный. Тройная замена в первом тайме, вы уже говорили. Все-таки как она повлияла на игру? Оправдалась это? Потому что ход все-таки нетривиальный. Да, но вы видели, оправдала, на ваш взгляд? На мой, да. Потому что мы проигрывали 0-1, а после этого мы выровняли игру и создавали моменты, забили мяч. Удалось матч свести в ничью, но могли выжать больше из моментов, которые создавали, поэтому я расстроен. Бывают такие матчи, когда не получается что-то, надо терпеть и делать выводы, в принципе, что мы и сделали. Еще есть вопросы? Телеграм-канал «Англицы» из Воронежа. Дмитрий Анатольевич, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, чего не хватило, чтобы дожать соперника, забить второй гол? Сложный вопрос. Желание у ребят есть, старания есть. Мне кажется, не хватает нам немножко спокойствия. Да? Мы создаем моменты. Там, где-то вратарь соперника хорошо играет, где-то мы немножко спешим. И самое сложное в нашей ситуации – оставаться хладнокровным, потому что мы читаем прессу, да, я имею в виду игроков, мы между собой это обсуждаем, и, естественно, это не радует наша ситуация, что мы внизу турнирной таблицы, и ребята хотят быстрее одержать победы, подняться в турнирной таблице выше. Я с этим все связываю, чисто психологический момент. То, что мы умеем играть в футбол, это факт. Вот. Но то, что нам наше состояние, в первую очередь, ментальное, мешает больше забивать, это, я думаю, в этом главная проблема. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.